Татьяна Столбова – студентка первого курса Московского авиационного института. Любовь к точным наукам у Тани с детства. И учится девушка на инженера-эколога аэрокосмической области. Поступила на бюджет после окончания Щелковской школы номер 12 имени Валерия Павловича Чкалова. Из Чкаловского поселка, тем более, очень много летчиков здесь, космонавтов жило. Поэтому как-то решила идти в этот институт. Кто-то вдохновил? Да, наверное, мне просто эта профессия понравилась, когда я начала изучать подробно, куда я хочу поступить. Сейчас у девушки первая сессия, а еще в этом году она впервые отметит День студента. Таня шутит, несмотря на имя, просто так за красивые глаза зачет никто не поставит. Мне очень многие говорили, что, может быть, поблажки будут в сессии из-за того, что меня зовут Татьяна, но как-то пока ни один преподаватель не сделал ничего. Очень страшно и волнительно, потому что, во-первых, требования другие от преподавателей, и не так, как в школе, намного все сложнее. По собственным словам Татьяны, в школу ее до сих пор тянет. С удовольствием села бы за парту вновь. Она с теплом вспоминает поездки и экскурсии с одноклассниками в разные города страны, благодарна учителям за наставничество и переданные знания. А Валентину Аронну очень вспоминаю. Она у нас только до 9 класса была, но она самый запоминающийся классный руководитель, который у меня вообще был, в принципе, в жизни. Вот. Любим вас очень сильно с классом. Вот. И, конечно, друзья здесь. До сих пор общаемся. Даже поступили очень близко с одной подругой у нас в университете, буквально через одну станцию метро. Теперь уроки сменили пары, а контрольные – зачеты. Таня признается, что любит учиться, и побороть волнение перед первыми экзаменами в институте помогает интерес к выбранной профессии. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.